вдыхаем воздухи, делим с тобой пополам. Поцелуй меня, милый ангел мой. Забери в свой плен, унеси в свой рай, будь всегда со мной. Поцелуй меня, не жалей любви. Сегодня у нас у золотого микрофона Дима Колдун, наш любимый, красивый, нарядный. Юрьев отметил, что Колдун похудел. Да, это раз. Значит, обвешался цепями, это два. То есть, ты выглядишь как... тяжелее быть. Я ты просто настолько похудел, что меня уже ветром самый... сносит. Поэтому... Там молодой белорусский байкер, понимаешь, что ты конечно. Выглядишь сейчас, честное слово. Не, ну здесь вот, смотрите, булавочки от сглаза никак. Нет, от сглаза, да, это от сглаза. Одна большая. Она мне протыкает, кстати, гортань и помогает петь. Да ты что? Покажи, как ты это делаешь тогда, пожалуйста. Нельзя при всех там гортань наизнанку в следующей песне, друзья. Город больших огней. Очень странная ордена у тебя, конечно, ну ладно. Дмитрий Колдун. Город больших огней, иду ускоряя шаг. Знаешь, минуты уже не решат, как же нам быть, стрелки дальше спешат. Город к себе зовет. Я понимаю, не надо держать ключ на столе, все, что можно дать. Выстрелом громким защелкнут замок. Тебя я теряю. Город больших огней, иду ускоряя шаг. Сердце стучит еще лучше, друзья. Вслед уходящему трудно идти, выход не виден, но надо найти. Путь, по которому я без тебя буду искать себя. А если
спросишь, не скажет никто, как наше время внезапно прошло. Как потеряли друг друга в толпе спешащей за счастьем город больших огней. Иду, ускоряя шаг, в сердце стучит быстрее. Вот только с твоим не в такт. Город больших огней, он знает. Серьезный вопрос из Минска, его задает Женя. Дима, ваш сынок Ян пошел в первый класс. Нравится ли ему учеба? Нравится, конечно. Ну, хорошо, что в первый пошел. Мне тут говорили, что во второй, но, слава богу, в первый. Да, ему нравится, он пошел и ходит до сих пор. Ну, это очень хорошо. Ты его предупредил, что это бодяга на 10 лет? Ну, он пока не понимает, ему пока нравится. Ему пока нравится. Да, ну, а подготовку домашку не задают, поэтому... А подготовка осуществлялась? Он осуществлялась, конечно, он ходил на тэквондо, и теперь... Это поможет ему в начнении. Его все уважают. Это безусловно. Даже учитель. Вспомни свои школьные годы. Дима, какой у тебя был самый нелюбимый предмет в школе и почему, спрашивает Глеб из города Воронеж. Компромат. Самый нелюбимый предмет у меня в школе был труд. Ну почему не пение? Пение тоже было нелюбимым, но мне хотя бы по нему ставили просто тройки. По труду меня трудовик лупил осиновым таким бруском. Просто по спине. Успел только прятаться под верстак. Ну, ему все время казалось, что я не выполняю технику безопасности. Он снимал брусок со стены и вот пытался по мне попасть. Однажды попал. То есть, ну, и... Погоди, техника безопасности и бруском по спине – это полярные вещи. Так он боролся с тем, что мы играли в «Звездных войнов» напильниками, и он выиграл. Да? Да. Это золотой микрофон, дорогие друзья, проверяем по списку, значит, Корнев, Васигаев, Юрьев тут, а Дмитрий Колдун тут? Да, и гитаристы тут, слышишь, уже играют? Всем девушкам посвящается. А мне... Долгими ночами время кажется пустым. Долгими ночами превращаю время в дым. Ты живешь мечтами, но печальные глаза я должен сделать шаг. Мне больше ждать нельзя, больше ждать уже нельзя. Полетела душа через край напролет, говорят, хороша царевна живет над землей. Тело душа, за нею на свет. А ты меня не бойся, я не буря, я колдун. Ты меня не бойся, я приехал за тобой. В каждом моем вдохе твое имя живет. Я знаю. Я знаю, что нас ждет, точно знаю, что нас ждет. Полетела душа через край напролет, говорят, хороша царевна живет над землей, не спеша, мимо туч, мимо бед.
за нею на свет.
сегодня у золотого микрофона. Я с тобой больше играть не буду. И даже в любовь. О чем мне играть уже все? 40 игр кончились, Дим. Сыграю с Галей. Да, ты ж, наконец-то. Галька, не все мне с Воробьевым играть. Ты понимаешь, все, сердечко показано, все. Ты можешь выйти на сцену потанцевать, Галь? Ну, давай, что, Галя. Я стесняюсь, вы что? Не каждый раз, знаешь, с колдуном удается прямо на сцене, в прямом эфире. Прямо на сцене, аудитории. Когда у него на уровне окна, понимаешь? Да не, музыканты отвернутся, не переживай, все хорошо. Можно миллиметр горячей кожи разделяет нас. Первый, кто сотрут границы, по спине стальные спицы, и сделай шаг со мною в пропасть. Медленно сейчас давай сыграем в любовь, сыграем просто без прав. Безумной ночи, без снов, свои сомнения оставь. Давай сыграем в любовь. Зажжем холодное солнце, и это будет лишь раз, но все красивое в нас сегодня ночью проснется. Давай сыграем в любовь. Разделить одно дыхание, сознание, чистый лист твоих желаний заполнять собой. Пусть даже земля и воздух, что потом, об этом после. А пока бескрайний космос, разделяй со мной. Давай сыграем в любовь, сыграем просто слов, безумной ночи, без снов, свои сомнения оставим. Давай сыграем в любовь. Зажжем холодное солнце. Пусть это будет лишь раз, но все красивое в нас сегодня ночью проснется. Давай сыграем. Человек такой, пообещал сыграть любовь с Галей Курневой, а все равно подожжал меня Юрьева. Ты все загородил с собой, тут не пройти, не пробраться. Ну, потому что я позавтракал нормально. Ну, где-то убыло, где-то прибыло. Да, убыль, прибыль, дебет, кредит, все сошлось. Я Гале передам все, ты не переживай, все нормально. Дима, смотри, многие артисты сейчас выпускают треки в стиле 90-х. Спрашивает Юля из Москвы, нравится ли тебе такая музыка и возможен ли такой эксперимент в твоем творчестве? Спасибо вам большое, Юлия, за вопрос. На самом деле, в этом плане мне всегда нравилось копать глубже. Может быть, что там, 90-е, 80-е? Уже Макс Барских там копнул. Ну, не докопал, говорится. Белорусов еще никто в поле не победил. Ну, у Барских ямка небольшая, поэтому есть еще возможность. Когда лунка там. Лунка. Я-то целый кратер сделаю. Да ты что? Да. Скоро. Вполне возможно, что я это все сделаю. Хотя песня «Город больших огней», да, как известно, вступление там было взято из какого-то американского мюзикла.
Нет. Из белорусского мюзикла. Я просто, когда начал писать песню «Город больших огней», записывать, аранжировщик послушал, который должен был помогать это делать, и говорит: слушай, это чья-то песня, мы что-то переписываем. Поэтому ему показалось, что она так немножечко звучала, но это такой стиль. Спрашивает Ольга из Ёж-Королы: какой самый романтичный поступок совершали ради тебя девушки? Ты истинный романтик. То есть не колдун ради девушек, а девушка, да, ради именно колдуна? Девушка. Ну, я не знаю. Наверное, самые романтичные поступки совершают девушки, которые находятся на учете в фан-клубе. Потому что они приезжают в разные города и... На учете? Ну, да. Покупают билеты, да. Они покупают билеты, они приезжают в разные города, бывает, там ночами не спят, в поезде или спят, я не знаю. Вот. Дерутся из-за тебя, девчонки? Вид у них иногда очень такой невыспавшийся. И я им хочу сказать большое спасибо вот за то, что они такие же романтичные, может, даже более романтичные. Романтичные или ароматичные? Романтичные. Ну, после поезда тут надо... Романтичнее меня, в любом случае. Право руля! Поплыли! Это было очень мощно. Дмитрий Колдун сегодня у золотого микрофона.
Дим, слушай, знаешь, у нас есть такое веселое, бодрое поверье. Ты слышишь меня сейчас? Конечно. Отлично. Вот есть такое веселое, бодрое поверье. То, что мне нравится, я не слышу. Да, понятно. Каждый раз, когда приходит какой-то исполнитель, да, он проверяет на знание материала нашу зрительскую аудиторию. Поэтому будьте добры, если есть возможность. Акапелла, вот буквально про корабли еще раз, припевчик со всем залом вместе и со всей страной. Выяснилось, что в зале знают слова этой песни. Это странно. Да, это странно. Странно, ведь эта песня никогда не звучала по русскому радио. Да. Давайте вместе. Корабли. Вы. Уходят на закат. Дай руки твоей коснуться. Я здесь. Ты здесь, на русском радио. Останусь ждать тебя. Корабли уходят, чтоб вернуться. Дмитрий Колдун и нестройный хор русского радио. А сейчас я хочу попросить у всех... Прощения? Не иначе. Попросить у всех вспомнить что-нибудь хорошее, потому что следующая песня, она достаточно такая... немножко грустная, печальная, и называется «Почему?». Давайте потанцуем. Ну, а мы, в свою очередь, должны тебя поблагодарить за сегодняшний концерт. Это было потрясающе. И попрощаться с вами, Дмитрий Колдун, всем, кто включил и не выключил. Потому что здорово, когда зал на концерте встает, но не уходит. Дмитрий Колдун, «Why». Why. Да. А мы, в свою очередь, прощаемся до завтра. Да. Антон Юрьев, Галя Корнева, Алексей Сигаев. Пока! Пока! Почему ты от меня ушла не просто, а к нему? Я никогда тебя, наверное, не пойму, ведь ты всегда права. Почему тебе счастливой быть, а мне быть одному? И знать, что больше я тебя не обниму. Сам виноват. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву вижу только беспросветную тьму. Ну почему? Я отдаю тех, с кем быть надо, самому себя сажая в добровольную тюрьму из одиночества. Почему в разбитых чувствах я не верю никому, и подпускать людей ни к сердцу, ни к уму хочется. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву вижу только беспросветную тьму. Почему ты не со мной? Почему? Зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву вижу только беспросветную тьму. Ну почему? Зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву вижу только беспросветную тьму. Почему?
слушай утреннее шоу «Русские перцы» и смотри прямую трансляцию живых концертов из большой студии «Русского радио». Дима, спасибо тебе огромное за эмоции, за звук, за живой концерт. Это было супер. I love you, baby. «Русское радио», вы лучшие, нам дали силу и заряд на весь день. Живой звук, никакой фонограммы и любимые исполнители. Пойдем чекнемся тогда. Да, давай проверим. Потом порепетируем. Да. Короче, вы тут репетируйте, а я пойду пока чекнусь. Ребята вот делают так, например. Дмитрий, вы не колдун, вы волшебник! В проекте «Золотой микрофон». Медленным шепотом «Русское радио».